Что такое чек-лист? Чек-лист – это последовательная цепочка тех или иных действий. В данном случае технологическая цепочка производства строительно-монтажных работ. Каждый вид работ расписан на определенные этапы. Это подземные коммуникации, фундамент, стеновой комплект, кровля, фасады и так далее. В чек-листе указаны все нормативные допуски согласно строительным нормам и правилам. Также в чек-листе указаны все данные о объекте, о его владельце будущем, об ответственных лицах, прорабах и исполнителей. Чек-лист заполняется на момент принятия тех или иных строительно-монтажных работ.